Приветствую вас на канале RedCat. Недавно я для себя обнаружил очень прикольную вещь в Роблоксе. Вы теперь можете протестировать любую вещь перед покупкой. Вот сейчас я смотрю такой вот классный, реально, кстати, крутой хвост павлина. Я бы такой даже себе купил. Он обалденно смотрится. Единственное, ну, к чему он мне? Я все-таки котик, поэтому я его не буду брать. Или вот этот хвостик тоже очень, хоть и тигр, но мне кажется, под котика тоже неплохо. Он мне нравится, кстати, как он приделан, просто вообще идеально сделан. А вот этот мой, скажем так, хвостик, он немножко не так смотрится хорошо, он немножко отстает от тела. Ну и, собственно, сейчас я потестирую все кошки, которые есть в Роблоксе, посмотрю, не стоит ли мне, может, сменить мой аватар, может, как-то его поменять на что-то. Разные смешные, конечно, варианты. Это вообще был ужас. Зомби-кот. Кстати, крутой, хорошо смотрится, но очень дорого. И, в принципе, перебор, мне кажется. Это вообще ужас. Что еще с кошечкой у нас? Так, вот. Ну, чеширский мне вообще не вариант. Вот такой вот Sombrero Cat. Неплохо. Ух ты, кстати, самурай крутой, но очень грозный какой-то. И вот это неплохое, но какой-то, не знаю, автомобилист. Танкист какой-то вот. А вот это вообще ужасно. Чтобы я торчу из попы котик. Ой, боже мой, это точно токсический был. А вот это, кстати, классно, класс, очень круто. Единственное, что мне нравится, что он на голове, а если бы он как-то его держал, не знаю, по-другому как-то в руках, может, эту метлу. Так, ну этот скинчик мне известен, он уже занят. А вот это, кстати, кошечка очень классная. Слушайте, мне прям нравится. Может купить такое? Как вы считаете, ребят? Напишите в комментарии, что вам что-то понравилось. Мне вот очень понравился этот скинчик. Этот большой, этот тоже очень прилип как бы к моему котику. Ну вот это более-менее, но тоже, мне кажется, немножко громоздко. А вот тот вот черный котик был очень даже симпатичный. Так что, ребята, если вы захотите что-то поюзать, что-то померить, вы просто нажимаете кнопочку Take Off. И меряйте. Очень удобная функция, рад, что ее заметил, и всем советую. Ну, на этом у меня пока все, спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк, если вы этого еще не сделали. Ну и, собственно, до новой встречи на канале RedCat. Всем пока!